США могут ввести дополнительные пошлины на товары из Китая. Такая мера рассматривается Вашингтоном как привлечение к ответственности. По мнению Дональда Трампа, КНР пыталась утаить появление коронавируса. Тем не менее, президент США считает, что Пекин сделал это ненамеренно. Они совершили ужасную ошибку и не признавали ее, хотели скрыть. Да, они пытались погасить очаг, но это уже был не маленький костер, а настоящий пожар. КНР поступил безответственно по отношению к миру. Они остановили людей, приезжающих в Китай, но не остановили людей, направляющихся в США и весь остальной мир. Я думаю, они знали, что у них есть проблема, но были слишком ею ошарашены. Китай стал первой страной, которая смогла стабилизировать распространение коронавируса. После нескольких недель жесткой изоляции сейчас там вовсю пытаются восстановить экономику. В КНР открылись для посещения все достопримечательности.